Я горжусь тем, что принимал личное непосредственное участие в таких важных и нужных для города проектах, как развитие набережной города, как развитие четкой, понятной концепции развития территории Гальских. Кроме этого, мы очень серьезно поменяли инвестиционный процесс для наших муниципальных предприятий. И с моим непосредственным участием и руководством была разработана программа модернизации двух крупных наших муниципальных предприятий – «Автоколонна» и «Спецавтотранс». Ну и в преддверии этого замечательного новогоднего праздника я бы хотел обратиться ко всем жителям города Череповца с поздравлениями, пожелать им в 2013 году прекрасного настроения, здоровья, чтобы рядом были только самые родные, близкие друзья. Удачи, прекрасного настроения, всех благ!